Приговор вам, Омар Мухтар. Смерть через повешение. Публично. Богу мы принадлежим, и к Богу наше возвращение. Это Омар Мухтар. Исламский ученый и революционер, который героически возглавлял сопротивление итальянской оккупации Ливии почти 20 лет. Известный как «Лев пустыни», Омар потратил свою молодость на изучение ислама и выучил Коран наизусть в раннем возрасте. Он много лет преподавал Коран, пока в 1911 году итальянские силы не вторглись в Ливию. И вот ему 53 года, и его жизнь вот-вот примет новый оборот, полной решимости защищать свой народ от того, что итальянские фашисты называли «римской реконкистой». Омар с маленькими группами людей умело атаковал заставы, устраивал засады на отряды и перерезал критические маршруты подкрепления, удивляя и запутывая крайне продвинутую итальянскую королевскую армию и ее отряды, люди, в которых были вдвое младше него. Характер и целостность Омара впечатляли даже его врагов. Он придерживался исламских принципов во время ужасов войны и жестокой оккупации. «Мы не убиваем заключенных, но они убивают нас!» «А они нам не учителя!» После 20 лет нанесения итальянским захватчикам поражений и ущерба, Омар был схвачен в возрасте 73 лет. Ему предлагали много сделок, взяток, чтобы он отозвал людей, но он всегда отказывался. «Мы никогда не сдадимся. Мы либо победим, либо умрем». 16 сентября 1931 года Омар аль-Мухтар был казнен. И вот какие аяты Корана он прочитал перед казнью. «О, обретшая покой душа, вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай. Пусть Аллах помилует его».